звездочка неправильной формы, это эмблема силы Баба, вот тот, который здесь похоронен в Хайфе. Почему неправильная форма, лучик и так вытянут в стороны. Он не смог свою миссию до конца выполнить, расстреляли его, и поэтому на этом его деятельности закончилось. А вот вторая звездочка правильной формы, это эмблема силы Баха-Улы, второго пророка, который за ним следом пришел, который умер своей смертью и похоронен в городе Акку. И последний символ, он так на паутину похож, но это не на паутину вовсе, это называется бахайский цветок. Такого цветка в природе нет, это тоже компиляция нескольких образов. В центре точка – это Всевышний. Радиально от него расходятся линии в разные стороны, это пророки, которые от Бога идут к простым обычным людям. Ну а вне...